Здесь у нас будет кухня. Тут одна комната. Здесь коридорчик будет. И тут еще одна комната и вторая комната. От будущего дома тут пока только фундамент. Но отец троих дочерей, Сергей Журавель, уже примерно знает, как в большом семействе поделят комнаты. Ну, я думаю, что девочки будут выбирать все равно. А родителям что уже достанется, как обычно. В этом году в рамках губернаторского проекта 8 многодетных семей из Ракитянского района получат социальное жилье. В том числе Журавель. Супруги признаются, новость неожиданная. Да не то слово было неожиданное. Радостное, это тоже мягко сказано. Трое девочек у нас, девчонки умнички, красавицы. Проживаем мы в поселке Пролетарский. Эта квартира досталась мне от родителей. Но, к сожалению, там очень мало места. Им тесно. Зато здесь, на площади в 90 квадратных метров. Есть где развернуться. Привлекательный светлый контур, витражные окна в пол, фасад оформлены влагостойким ламинатом. 8 домов для многодетных семей строят по индивидуальному проекту. На материалах не экономят. Стены утеплят 100-миллиметровым изоволом, затем обработают короедом. Полы с подогревом укроют плиткой. Остальные – натуральным ламинатом. Плюс ко всему участок 15 соток, на который у наших героев уже есть планы. Я полжизни в деревне прожил. Полжизни в квартире. Все равно меня тянет в свой дом. К земле ближе, не знаю. Огородик все равно охота. Деревья, клубнику вон жене. Все, все, картошечки даже чуть-чуть. Здесь место хорошее, здесь природа, недалеко парк отличный у нас здесь, Юсуповский есть. Ну, хорошо. Помимо многодетных семей, в администрации Ракитянского района пообещали осчастливить еще несколько. Кроме того, еще в этом году администрацией района для обеспечения семей с детьми-инвалидами, также по инициативе губернатора Вячеслава Ивановича Гладкова, будет приобретено 2 жилых помещения, тоже в индивидуальных жилых домах, а также мы планируем приобретать до конца года 6 жилых помещений для детей-сирот. Строительство идет ударными темпами. Власти обещают, что Новый год наши герои встретят в собственном доме. Глеб Дудкин, Александр Поддубный. Такой день на Мире Белогорья.